Всем привет! Сижу под деревом, в поле я с мамой. Мы собираем клубнику. Даже немножко землянички нашли. Такая крупная. Тут, короче, все поле усеяно этой клубникой. Дорвались мы. Сбор ягод у нас. Ой, прям как воняет, как пахнет. Блин, вообще красота. Хорошо, что не жарко. Птички поют здесь. Короче, всем привет с поля. Друзья, сниму вам немножко природу. Тут овраг, поле. Вот. Зверобой цветет. Красиво. Липы тут цветут. Вот. Собираю еще. У меня еще пакетик тут есть в кармашке. Для добавки. Ой, хорошо. Вот, нарвалась на такую небольшую земляничную полянку. Порадуйтесь. Люди, кто не может вырваться на природу. Мои ягодки. Как же они пахнут. Тут еще травами так сильно пахнет. Зверобой. Да, это зверобой пахнет и еще что-то. Очень красиво здесь. Я тут во овражке сижу. Меня мама потеряла, там сверху кричит. Наташа, ты где? Смотрите, как красиво. Здорово. О, а это что за растение такое? Интересно. Не, оно не пахнет. Но красивое. Я не видела его у нас. Просто отдыхаю душой. Здорово, друзья.